Эй, так, слишком много у нас Дварфортриса, поэтому тут вышло обновление в Celestial Command, и я решил создать новый сервак. Новый мир, точнее, посмотреть, что там добавилось. Там, вообще, давайте-ка, точка, давайте 072 просто назовем, да, и World. Что там появилось? Там появилось, короче, как я понимаю, куча торгашей, изменились немного астероидные пояса, и система торговли вообще переделана. Я в предыдущей версии отправил торговую станцию нахуй просто из системы. Блять, как же приближает близко. Так, вот, смотрите, искусственный интеллект поменялся. О, смотрите, сколько их. Смотрите, как их много. Вон там космические станции. День добрый, чё, как дела? Мы летим все вместе. Слушайте, а игра-то эволюционирует, все идет по теме. Так, давайте-ка отдалимся, посмотрим. Ага, мы все, блядь, на одном месте. Что-то, блядь, как-то напортачил разраб все равно. Там у них на фотке то, что они разбросаны лучше, но тут мы что-то, блядь, все на одном месте. Ну ладно. Их хотя бы теперь 5, а то, когда одна, и вы ее отправляете к хуям, как-то все хуево. Заметьте, астероидный поезд теперь, да, он вокруг... Вот они, да, ребята, они вокруг теперь летают Солнца. А не только вокруг, как бы, планет. Давайте к планете какой-нибудь приблизимся. А, нельзя, да? Ага, я не увижу, пока не подлечу к ней, что ли. А чё они все такие, блядь, страшные, маленькие? Где мои красные красивые планетки какие-нибудь? Ладно, так, с чего бы начать-то? Надо подобраться бы, блядь, к этой чудо-станции. Since the tutorial is not ready, we recommend to check the starting guide. Open guide. Нет, спасибо. Он мне тут через shift-tab открывает стимовский. Так, смотрим. У нас все как по теме. Мне вот тут недавно, вот только-только, я сейчас уже начал запись, а до этого минут за 20 мне скинули вики по Inibium'у. Короче, прекрасная штука, полезная, используется во многих вещах. Тугоплавкий материал. Как бы мне бы, блядь, подобраться-то к этим ребятам? Заметьте, какая штука. А, это электричество. Так. Ладно. Чё ж, блядь, делать-то? Еда. О мой бог, блядь, заметьте, появилась еда, а и... Еда, и они её жрут, и она в контейнере. Твою мать! А сколько у меня денег? 500 кредитов. На 38 минут. Ну чё? Надеюсь, больше не глючит эта хрень. Давайте попробуем. Тихо. Спокойно. Мы сейчас попробуем, да, состыковаться с чуваком. Медленно, но верно, да, я надеюсь, мы с ним сцепимся сейчас. Надо закрыть эти, чтобы я видел. О, тихо, в ту сторону, вот так вот. Спокойно. Требую стуковки. Тихо. Спокойно. Спокойно. Сейчас остыкуемся. Тихо, только он не на ту дал, блядь. О, тихо. Ну, о, состыковались. Через жопу, правда. Сейчас он начнет скрутить. Ладно, все, ок. Как торговать? Хихилю. My name is... Пиздец. Что нажать-то, блядь? Блядь, раньше торговля была лучше. Блядь. И было понятнее, как торговать. Че, как торговать-то с тобой? Засранец, через какой модуль-то? Так, блядь, дожили. Дожили, блядь. Как торговать? Еды дай, сука. Ты ж космическая станция. Ты ж торгуешь вроде как, да? Орбиталка показана, да? А вот, трейд. Господи. Так. Не покупается. Amount, price, name, demand. Бля, ей-богу, куда мне еды, блядь?
Нет, никаких eject. Добрый, блядь, разработчик, что ж ты наделал? Раньше было понятно, кнопку нажал и купил. Такой грид. Непонятно, ладно. Серебро, карбон. Да, что со мной происходит? Что-то она, блядь, мутирует. Продай еды, тварь. Не знаю, что нажать. Не знаю, что нажать, господи. Как торговать-то с ним? Что у робота параметров сейчас? Мне в жопу это не надо. Ага. Ну-ка. Вот как открывать, оказывается, двигатель. Ну, в общем, это починили, чтобы не исчезали. А идут как купить? Давайте сделаем два сразу, да? Куда не тыкнуть, да, теперь, о, как круто, орбиты теперь не исчезают. Это, конечно, замечательно, но я бы хотел бы еды купить. Аугаменс. Ага. Заметьте, продать можно. Ага. Тудрек, бай тудрек, да? Ага. А еда ты где, блядь? Ты чё такой бомж? И также right click to sell. Не понял, блядь, а у кого еда? Там что ли? А как я должен жить? Вот я начал, и что за нахрен? Давайте посмотрим, что здесь по строительству есть. Может, что полезное найдем. Здесь электричество вроде как есть, да? Цена на еду. Чё цена на еду? Еды, блядь, нет. А, черт возьми. Так, что тут есть? Ну, все эти двигатели так и остались. Варповский, ионовый, не помню. Вроде был, да. Двойная пушка, Energy Pulse, Solark панелька, да, топливная. Ну, в общем, все как по старости. Майнинг лазер нам понадобится, да. А чтобы его сделать? Да, можно его поставить сюда. Куда бы его воткнуть, да? И нам понадобится хотя бы пару контейнеров. Каргогейт. А, ну, нет, спасибо. А это что такое? А это маленький, да. Ну, нам вроде как хватает, да, у нас тут вон, алюминия, блядь, полные пакеты. О, полный рот алюминия. Давайте соединим и... Вот это вот астероид мне нравится. Он с иксей некуда. До свидания, блядь. Противная дерьмовая станция. Как вот это вот красиво, да, когда камера двигается за целью. Просто До свидания. Тихо. Закроем это. Блин, мне нравится. Выводим эту штуку. Давайте вперед! Странно, как-то наша орбита не хочет к нему идти. Ну ладно. Орбита не хочет, сами придем. Просто вперед будем лететь и долетим. Мараться-то, да? Давай! Давай, мой сладкий! Нам, наверное, захват надо было сделать перед этим, да, чтобы в него вцепиться. А где клешня? Кто клешню видит? Надо замедляться. Я клешню потерял. Слушайте, вы клешню видите? Спокойно. О, бля. У нас скорость единица же. У него, заметьте, у него один копер на астероиде.
То есть астероид весь состоит из копера, чистый теперь есть. Астероиды — это офигенно на самом деле. Давайте стабилизируемся, да, по орбите. За другом лететь, так сказать. И немного ускоримся. Что у нас с гидрогенчиком? Ну, сойдет. А теперь давайте-ка посмотрим, где мой крабихват. Кто-нибудь увидит? Чё ты, блядь, я не понял. Так вы куда разработали мой крабихват? Solar Power, да, Power Production. Лазер. Rocket Launcher. Fuel Generator. Engineering Bay. Nuclear Reactor. Давайте я просто всех потыкаю, да, и найду его. Fuel Tank. Хуйня. Это сборочный. Бесполезное дерьмо, бесполезное. Соларка мне сейчас не нужна. Power Storage. Nuclear Reactor. Коридор. Вот оно. Крабихват. Слава богу. Нашел я его. Теперь надо его сделать. Как там вращать-то? А вот тут один копер, да, а нам одно серебро. Одно серебро, да? Как где глаз-то, господи? Тихо, камера. О, ни хрена камера! Ёп, твою мать! Камера, бля! А вот так отключить, да? Слава богу. Лед. Никель. Может, нам и льда подхап... Заметьте, вот как должна орбита, да? Видите, сколько орбит показывается. Я вот думаю, может, лед? Зачем нам копер? Если только его сейчас продать, да? Догнать? Мужик! Правда, у нас тогда топливо кончится, наверное. Ладно, мужик, стой! Это будет так, на фан. Потому что нужно было просто посмотреть, что они сделали, да? Нам еще, наверное, нужна солнечная батарея одна. Селлер панель. Одну батарейку подзарядить. Парень, постой. Мне надо до тебя добраться. Так вот, выдвинем ее. Лазер сюда подключим. Дарик, то старайся вот так. Не, 10%. Лучше 10%. Давай! Врубаем лазер. Как далеко. Включи его нахрен. Сейчас врежемся в него. Но мы сейчас узнаем, сделали разработчик то, что при врезании хуёво или нет. Если в удар, так сказать, ударная волна. Шпок. О, есть! Слушайте, круто! Он это сделал, как они говорили. Отлично, мне нравится. Хватай давай. Блять. Схвати его нахуй. Твою мать. Ну, хватай. Вот как теперь нужно гребать именно. Ну, я его только что с орбиты сдвинул. Прилично. Ударяясь об него. Ну, ладно, круто. Слушайте, хорошо, мне нравится. Чё, мы добываем? Мы что, не добываем вообще? Кто-нибудь что-нибудь видит? Вот он. О, да он прям в основных тер может класться. Супер, слушайте. А сюда 4 сотни влазит. Офигеть. No comment. Энергия-то вырабатывается или тратится? Тратится. Output нолик. Я думаю, мы вот так вот сможем развернуть сейчас метеорит, да, вот эти вот двумя фрастерами толкаясь, мы сможем развернуть. Да, метеор, слушайте, как проработано теперь. Гробаный Юнити, мы его любим, потому что он знает, как работать. Но в нем сложно, на самом деле, пыхтеть, я пробовал. Предпочитаю гейммейкер. Но круто, слушайте, круто, мне нравится. Вот, мощность пошла. Надеюсь, сейчас мы будем вырабатывать. Пока что не хватает, он же как-то больше.
Тык-тык-тык-тык. Ладно. Сейчас мы повернемся, должны запахать. Ну давай. Не хочешь, да? Ну, тогда сюда. О, господи, я отсоединил. Нет. Фиф. А, тихо. Да, вот эти штучки, конечно, лучше убрать. А то я на их тыкну, блядь, чисто случайно, это уже пиздец. Так, что у нас? Коппер мы набрали, еды у нас еще на 25 минут. Сейчас мы запасемся, да? Топливо у нас еще есть, я смотрю. Кстати говоря, теперь его, блядь, надо же подключить обратно. Мать его. Ой, не туда подключил. Ты что, прикалываешься? А, вот как. Хитрость одуванчика. Понятно. Так, что у нас, энергия копится? Копится. Как мы его жрем? Слушайте, написано, что мы не жрем его уже. Но идет же. А, вот, кубометр пошли. Слушайте, тут все-таки разные зоны все еще остались. Просто не показано, да? Вот мы из этой жрем, а в этой копер. А, вот они. Линия вообще не видна. Мы, наверное, на ней еще. Мы же на одной плоскости все. Здесь нету высоты ни... Высоты, да. Низоты, хотел сказать, но подумал, что это какое-то, блядь, странное слово. Низота-то. Че с энергией? Почти кончилось. Тут еле набирается. Ладно, сейчас мы, сейчас. Набрали 4 сотни. Я думаю, с нас хватит. Понятно. Теперь мы как бы... Уф. До свидания, мистер Астероид. Нам надо... Так, на первой станции нихуя полезного нет. Мы это уже учли. Тихо-тихо. Пок-шпок, левее. Снайпер-ракетчик выходит на орбиту. И... Ну, может так вот, да. И понеслась. Разгонимся. Ринг-ринг-ринг-ринг. До свидания, метеорит. Буду вас помнить, мистер метеорит. Когда вы разъебете какую-нибудь станцию, я вас точно вспомню. Недобрым словом. Так, наверное, надо бы все-таки вот так вот заходить, да? Блин. Станция 5. Вот. Запомнить ее. Вот это, да. Астероида отключить. И нажать на себя. Показать мою. Вот. У кого-то стабильная орбита, смотрите, а у меня траектория уходящая. Так, ну и давайте-ка. Опс, переразогнались. Тихо. Тихо, спокойно. Ща. Мы всех догоним их. Так вот надо. Чё с топливом-то? Ой, с топливом все плохо. Смотрите, вроде я быстро достаточно двигаюсь. Какая у меня скорость? Где тут ее? Мне говорят, у меня стабильная. Ну да, рассказывай мне. Вот я свой апоапсис меняю. А где ж моя скорость? Вот это орбитальный период, 108 минут, а у меня 0. У меня его нету, но догнать я станцию все еще не могу, как я понимаю. А топливо-то тоже у меня не густо, как я понимаю, да? Кто-нибудь со льдом есть? Че, ренджу-то мне не показывают, сколько до них? Ну, этот зелененький наш. Ну ладно, хотя бы починили то, что орбиталка, да, показывается, где уже меня радует. Я бомбился в прошлый раз, когда ее не было. Смотрите, как у нас энергия понемногу копится. Уже хорошо тоже. Да, накапливается. Как бы к станции подобраться? Ну, вроде мы быстро летим, да, давайте-ка ускоримся. Посмотрим, куда мы долетим, до чего доберемся. Как прикольно, да, она вот здесь, да, приближаемся, эти, хопа, Space Station 1 там. Что? Что это? Ну ладно.
Опустим, опустим эти. Хера, хера себе, блядь. Так, ладно, опустим это безумие, да. И не будем ничего говорить про это. 20 минут. Блин, мне надо догнать их. Давай, блин, разгоняйся. Тварь такая. Вот мой Tenge Velocity. 9, 10. Сколько топлива? В два раза быстрее я двигаюсь теперь. Я должен... Где-то здесь я как раз не должен буду столкнуться. Давайте на станцию посмотрим эту. А может писать, что у нее? Могу понять, это ее или не ее? Или это мои? Это, наверное, мои показаны. Я даже не могу писать, что у них торговля. Или могу, ну-ка. Вот. У него якобы должна быть жратва. Якобы. Я не знаю. Пока не знаю. Сейчас мы долетим, мы узнаем, как эта система вообще работает. Новый торговый интеллект. Ну, смотрите, мы почти их догнали. На пятой станции. Топлива у нас еще немного есть. Это такой, так сказать, тестовый летсплей торговцев. Просто, ну, интересно, как торгаши эти работают. Как это все... Блин, посмотрите, как он большой. Вот то, что они поменяли их, да, внешний их вид, все эти дела, это круто. Просто неописуемо круто, да, и мы, походу, блядь, дело слишком быстро летим. Надо замедляться. Ай, блядь. Тихо. Ну, я надеюсь, нам топлива еще хватает. Чуть-чуть. Замедляйся, твою мать. Господи, боже мой. Нет, постой, станция. Тихо-тихо-тихо-тихо. 8, да? 8,8. Ну, блин, ну нельзя ли замедлиться посильнее, а? Все, топливо кончилось, твою мать. Ну, Машу, а как там разделять-то было? Ща мы вернемся. Все, мы прям по ее орбите идем. У нас еще 2,5 единицы есть. Чтоб, блядь, прям в нее врезаться. Так, это дерьмо надо же убрать. Так. У нас 5,63, у него 6,04. Вроде как сейчас состыкуемся. Надо включить. Да, вот смотрите. Орбит наш одинаковый, практически идентичный. Где у нас на 15 минут? Request for docking. Ну смотрите, я прям вот тютелька в тютельку захожу. Надеюсь, мой писюн не попадет ей. Бля, попадет, по-моему. Как его разобрать? Request for docking. Ну, сцепляйся, твою мать. Ты что, прикалываешься? Господи, блядь. Пиздец какой-то. Так, смотрите, давайте продадим. Вроде торговля заработала. Забирай. Как продать-то, блядь? Чё сел-то? Чё сел? Ты мне еду дай. Ты чё, прикалываешься?
Вот, теперь может продавать. Что это? Что? Он еще... Ты прикалываешься? Ты это не хочешь? Я тебе манал. Корабли должны быть за... А я чё, блядь? Ты ещё прикалываешься? Я состыкован, твою мать. Отдай еду. Мерзота. Во. Побольше-то можно поставить? Во. Хоп. Так, хорошо. Что-то у меня тут красненьким горит. А, электричества нет. Спокойно. Хоп, все. Понятно, ладно. Торговые суммы, да, они тут скачут, все ок. Что это такое? Рэкетир. Рокет. А, это ракеты. Понятно. Так, жратву мы купили. Хорошо, да, давайте-ка мы у нее топливо закупим. Ты же поделишься топливом, блять. Главное, корабль не запрашивает этого. Ну просто представляете, а как мне еду производить? Вот у них она одупляется, а можно и мне одуплять. Я бы поторговал. И что мне с этим копером, блядь, делать? Как мне поглядеть, что корабль требует? К станции, если быть точным. День добрый. Якобы тоже не требует. Ладно, третья станция не требует. Четвертая. Смотрите, четвертая нахуй летает. Вот это четвертая, да? Сейчас открываю, она требует копер. Серво? Нет. А куда ее, блядь, несет? Искусственный интеллект, ты не прихуя убегать? Так, давайте-ка со второй посмотрим, что есть. Не требует. Вам что, всем копер не нужен? Вы что, прикалываетесь? А у тебя что? Так, смотрим, да? Вроде разные, да? Да, разные. Ну, посмотри. Блин, я накопал самого говна. Это говно никому не нужно. Что за обиды, блядь? Ладно, я скажу сразу. Работает торговля. Хорошо. Хорошо, я согласен. Эффектно. Эффектно, красиво. Деталек новых, конечно, не появилось. А чё цепом-то, блядь, красненьким горит? А, я разобрать не могу, потому что у меня забито все, понятно. Хоп, я могу деконстракт. Я думаю, чего не деконстракт? Хоп, разобрали. Все, супер. Супер. А, копом это как раз вот это дерьмо есть. В огромном количестве. Блин, накопал говна. Понятно. В будущем это дерьмо никому не нужно будет. Поняли? Копер это как кашка. Матью. Ну, в общем, что я могу сказать? Вывод по... Давайте-ка остановим это. О, как красиво. Вывод по данному апдейту, да, 0.72, это целая единичка. Шикарно. Сделано как надо, сделано совестью. Подобавляли, так сказать, всего, чего стоило. Торговцы работают, больше станций. Сделали нормальную орбиту метеоритов. Сделали метеориты разные. Сделали пояса эти астероидные. До планетки я, конечно, не долечу сейчас, потому что не зачем накопал, потому что всякого говна. И топлива теперь у меня нет. Может, конечно, включить. Хотя давайте. Нет, что вывод-то делать? Давайте-ка мы включим сэндбокс режим. Как его включить? Сэндбокс. Твою мать. Как ты же он? Как на 47 что-нибудь? Все, исправили. Теперь сэндбокс, по-моему, здесь не включишь. Какая дрянь. Я хочу сэндбокс. Включить, дайте. Раньше можно было прям так врубить и понеслась. Ну ладно, сэндбокс не включить, так что все, хрен с ним. До планеты вряд ли я доберусь, и я пока не знаю, что там в ее зоне. Может быть, ну видите, не видно, что вокруг нее. То есть мы не знаем, что там. А это проблемно. Надо включать сэндбокс, подлетать туда и смотреть, что там вокруг планеты. Может, там летают астероиды, может, уже нет. Но это все еще альфа, как видите. Как разовьются, так я еще что-нибудь посмотрю. Буду следить дальше за игрой. Держать вас в курсах, если что. Так что оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь, скучайте. Всем пока.